Внимание, внимание! Специальное предложение только сегодняшнего дня будет сиять для вас в течение суток со специальной снежной ценой. 1999 рублей – это цена, которая действует прямо сейчас. Она начинает действовать, поэтому если вы сейчас включили телеканал Shopping Show, набирайте номер телефона, пока все цвета в наличии. И ваш прелестный тюль, он пока еще ждет вас. Этот тюль исполнит все ваши мечты, создаст поистине легкий эфемерный интерьер. Ну и, конечно же, он не просто поменяет ваш дом, он изменит вашу жизнь. Ведь все-таки окна – это глаза вашего дома. Так пусть же они начнут сиять, как сияют мои. Посмотрите, как я преобразила свою гостиную. Повесив тюль, мой дом изменился. Да, мое настроение полностью поменялось. У нас два цвета на выбор. Я выбираю для себя золотые оттенки. Более теплые, сияющие. Ну, давайте выберем ваш цвет прямо сейчас. Да, друзья, сегодня для вас мы подготовили целый каскад свежести. Ты знаешь, вот когда я использую на своем окошке именно только тюль, сразу такое ощущение, что и воздуха больше, да и света больше, и как-то освежающе такое, да? Конечно, Оля, я полностью согласна. Действительно, когда у нас появляется в доме тюль, интерьер становится более легкий, более воздушный, и в нем, конечно же, гораздо больше света. Ты знаешь, вот я когда въехала в свою квартиру, вы видели прекрасно это, у нас висели только тяжелые портьеры. Ну и, конечно, вид комнаты был другой. Как только я повесила тюль, все, образ дома сразу преобразился. Гостиная стала теплая, гостиная стала уютная и, главное, легкая. Ну, у нас два цвета на выбор, две модификации. Так, в данный момент вы видите золото, но также, Олечка, у нас есть еще и серебро. Ты знаешь, Оль, можно создать комнату, вообще дом в едином стиле, выбрав два тюля, да, но каждой комнате придать индивидуальность. Слушай, то есть действительно можно, как и у нас, да, вот взять два тюля и присобрать их, например. Екатерина Архипенко, ваш личный дизайнер, делится советами. 1999 рублей. Только сегодня действует максимальная скидка на безумную красоту. Вы посмотрите, тюль не однотонный, не банальный, белый, бежевый, а с переливами и с блестками даже. Оль, ты знаешь, он не только с переливами и с блестками, ведь наш тюль, он с вышивкой, он украшен у нас пайетками и также объемными розами, которые выполнены у нас кружевом. Это на самом деле настоящая фантастика, ведь метр такой ткани будет стоить, ну, только минимум 1500 рублей в магазине. Ну, что очень важно, ведь здесь имитация ручной работы. Это истинная фантастика, но у нас не только красота, у нас, Олечка, еще и качество. Это необычайно практичный и качественный тюль. И я, как эксперт, хочу рассказать вам все достоинства нашего тюля «Яркие розы». Но прежде давай покажем размеры. 1999 рублей – это огромный вариант для вашей кухни, для вашей спальни, для вашей гостиной. Посмотрите! Слушай, скажи, пожалуйста, ты как эксперт наверняка знаешь, вот такая дорогая ткань в магазине, если мы захотим шить отдельно этот тюль, сколько метр будет стоить? Олечка, это будет стоить, как я уже говорила, 1500 рублей, это минимум метр. Но у нас здесь ведь еще и вышивка. И давайте мы посмотрим на низ нашего тюля, посмотрим, как преображаются интерьеры благодаря нашему тюлю. Ведь это действительно настоящая фантастика. У нас шикарный размер, ширина нашего тюля целых 3 метра, и посмотрите, как он играет в интерьерах. Даже самый скучный темный интерьер наполнится светом. Это настоящая магия. Магия преображения вашего дома. Вы станете настоящей волшебницей. Тюль идеально подойдет для спальни, для гостиной, для темных и светлых интерьеров. Оль, ну что ж, смотрите, да, давай сейчас мы посмотрим. Катюш, вот ты сказала, что 1 метр стоит 1500 рублей. Если сложить все воедино, получается 4500 рублей за один тюль. Вы понимаете, да? А у нас только сегодня 1999 рублей. Это цена только сегодня, но это цена не за простой тюль, а за золотой либо серебряный. Слушай, вот скажи, пожалуйста, как возникает такая аппликация на столь легкой ткани? Как ее делают? Олечка, это у нас объемный дизайн. Во-первых, у нас вышивка. У нас тюль украшен пайетками и вот эти вот розы. Вот они, которые вы видите, золотые. Это имитация ручной работы. Данные розы выполнены, Оля, кружевом. Ты понимаешь,
Слушай, ну это на самом деле колоссальная работа. В магазине невозможно купить просто вот данный тюль, да, чтобы купить так, погонными метрами, а затем пошить. Нет, приобретается просто обычная органза, а затем уже начинает изготавливать настоящий шедевр. Ткачи, настоящие ткачи, ну просто инновационных технологий текстильного искусства. Но давайте мы поговорим о практичности. Давайте, давайте, Катюш, как раз хотела тебе задать вопрос. Вот давай поиграем с тобой. Представь, что я твоя вредная соседка, так, которая постоянно тебе завидует и не любит, когда ты что-то новенькое покупаешь. О, это ты себе новый тюль купила? Да. Ну, что-то он какой-то... А, ну вот эти блески, они точно отлетят. У меня был такой после первой стирки. Ой, вот эти цветы, они тоже... Это стирать нельзя, Кать, ты знаешь, да? Это одноразовый тюль. Ну, Оль, я не знаю, как у тебя, но наш тюль абсолютно не одноразовый. Давайте проверим на качество и практичность. Вот смотрите, я могу маленечко потереть даже ручкой. Угу. Вот так. Посмотрите, ни единой блесточки не осталось, так как у нас все, во-первых, надежно закреплено. Закреплено, хочу отметить, прозрачной нитью, поэтому все надежно у нас здесь зафиксировано. Поэтому, Оля, можно смело стирать. Посмотрите, вот эти розы, они будут цвести на вашем тюле долгие годы. Органза, она легкая, воздушная, изящная, но необычайно практичная, устойчива на разрыв, прекрасная форма. Устойчивость, которую я вам продемонстрирую через несколько секунд. Ну что ж, посмотрите, друзья, это практичный вариант для вашего интерьера. Если вам не хватает свежести, если вам не хватает пространства, если вы любите, когда свет максимально извне, с улицы, проникает к вам в жилище, это предложение точно должно быть вашим. Легкий, стильный, необычный, эксклюзивный тюль с вышивкой и с блеском. Сегодня и только сегодня за 1999 рублей. Ну что ж, давайте еще спросим, как будем крепить этот тюль. Олечка, очень просто крепить. У нас универсальное крепление, шторная лента, которая подойдет для крючков, для крокодильчиков, для колец и для штанги. Тюль очень просто повесить, за ним очень просто ухаживать, что очень важно. Легко отгладить, просто отпариваем обычным утюгом в вертикальном режиме и стираем на деликатном режиме при температуре 30 градусов. Вот, друзья, выбирайте для себя тюль, не бойтесь его. Стирать можно, ничего не отлетит. Ведь это эксклюзивный дизайн и действительно качественный. 1400 рублей, настолько вы сегодня экономите. Либо золото, либо серебро. Выбор за вами.